Бойцы ОМОНа остановили предновогоднюю торговлю в двух торговых центрах на Спортивной во Владивостоке. Парковка возле одного из торговых центров Владивостока пустая. Здесь нет никаких машин, кроме полицейских. Людей в торговый центр также не пускают. С утра торговые центры на Спортивной работали в своем обычном режиме. Покупатели спокойно ходили по бутикам, посетители кафе мирно завтракали. Около 13:30 дня на Спортивную прибывают машины нескольких силовых структур. Бойцы спецподразделения ОМОН и СОБРа отцепляют два торговых центра – Гранд и Кристалл. Блокируют входы и выходы. В зданиях работают сотрудники ФСБ, покупатели в недоумении. Ой, там с автоматом у дяди сидят вообще. Вот там. Вот обломали. На Новый год ничего не купил. Купил прибор. Хотел попробовать научиться. А тут раз, закрыто все. Больше всего мероприятие, устроенное силовиками, шокировало коллективы, у которых в одном из кафе на сегодня запланированы корпоративы. Мы заказали заранее за месяц здесь корпоративчик у нас. Вот и все. И сейчас мы боимся потерять наши деньги. Запустят ли посетителей в кафе, неизвестно. Новогодний праздник уже испорчен, настроение у людей нерадостное. Что вам сказали, в связи с чем не пускают сюда? Здесь сказали, что ищут нелегалов. От комментариев бойцы спецподразделения отказались.